Привет-привет! Меня зовут Лилия Донскова, и я рада видеть вас на моем канале. И сегодня видео будет настолько долгожданное, и я так долго его вынашивала, вернее, я вынашивала долго эту тему, потому что мне было очень сложно определиться, что же может войти в топ-10 моих любимых продуктов компании Oriflame. Это действительно был очень сложный выбор. Я писала списки, я вычеркивала, и я никак не могла сократить до 10. У меня все время оставалось 115, 116. Еле-еле я все-таки это сделала. Я считаю, что это подвиг. И сейчас я вам буду рассказывать, ну, знаете, как мне трудно было их расставить по местам, вот что для меня самое-самое крутое. Но я начну все-таки с одного из продуктов, и это будет номер 10. Мой любимый продукт – это дезодорант для ног от компании Oriflame. Он просто бомбический. Для чего нужен этот дезодорант? Ну, он как обычный спрей, да, он распыляется. Кстати, это у меня большой объем. Дезодоранты бывают разные, с разными ароматами в Oriflame. И я его люблю за то, что он просто очень круто помогает снять отечность ног. Неприятные запахи, ножки становятся более гладкие и снижается риск натереть новой обувью мозольки. Поэтому я его обожаю, и он меня несколько раз спасал в поездках. Расскажу один случай. Мы поехали в Москву с дочкой, она еще была маленькая, мы пошли в зоопарк московский, и мы там ходили почти 6 часов. Представьте, что было с моими ножками, я думала, они у меня просто отвалится. Слава богу, со мной в сумочке лежал дезодорант. И я периодически, там пройдет часа два, я садилась на лавочку, и прям через колготочки я наносила этот спрей. Ножки быстренько сохли, и я ныряла дальше в туфельки, прям буквально 5-7 минут остановка, и сразу такая свежесть, такая легкость в ногах, что я просто даже не замечала, что мы так долго гуляем. Поэтому это очень достойный продукт, рекомендую всем. Также можно брызгать в обувь. Очень любят его наши мужчины, потому что у них обычно бывает проблема с ножками. Второй лот – это вот такая черная коробка. Покажу, что внутри. Это, конечно же, румяна в шариках из серии Giordani Gold. Этот продукт, наверное, я бы его, знаете, каким назвала? Желанный. Он желанный. На самом деле, можно любые румяна использовать, они все классные. Но когда вот делаешь вот эту магию кисточкой по шарикам, потом по щечкам, это все смешивается в красивый цвет такой. У меня, кстати, сейчас на щечках как раз этот румянец. Естественное сияние, мой любимый цвет. И очень надолго хватает. То есть этой баночки хватает на несколько лет, и даже она не заканчивается, а уже как бы, ну, хочется уже новое. Расскажу историю, которая связана с этими румянами. Если вы заметили, то здесь вот такие вот отдельные шарики. Они разных цветов. Розовые, бежевые, золотистые, поярче, побледнее. Так вот, они предназначены для того, чтобы их наносить на щечки. Но у нас была такая история. Одна дама прибегает в бизнес-центр к нам и швыряет пустую коробку на стол и говорит: «Ваши румяна не работают, все это в раке». Ее спрашивают: «Что вы имеете в виду? Что значит не работают румяна?» Она говорит: «Я пропила весь курс, эффекта ноль». Тогда это такая юмористическая, очень правдивая история. Она была очень давно, когда еще только-только появился такой продукт необычный, да, румяна в шариках. Конечно же, женщины об этом просто еще не знали, что бывают такие фантастические продукты. Итак, что же у нас под номером 3? Номер 3 – это все-таки оказались матовые тени. Может быть, я к ним уже привыкла, они вышли почти год назад. Да, где-то около года. У меня все оттенки, вот три есть с собой, еще один есть, 4 оттенка у меня. И я просто с этими тенями, я просто балдею. Настолько легко и просто сделать макияж. И мне нравится, как они выглаживают веки. Даже если века уже, да, там дряблое становится с возрастом, морщинистое, они как будто века вытягивают, да, вот эту кожу вытягивают. Такой, вот знаете, матовый, приятный, чистый цвет. Легко смешиваются между собой. Например, берешь два оттенка, светлый и темный. Светлый наношу на часть, которая ближе к носу, да, к внутреннему веку, а на краешек делаю акцентный темный. И потом кисточкой между ними убираю вот эту границу, и получается такой фантастический макияж. А самое интересное, как быстро. Просто вот магия, одна минута, макияж готов. Он быстро застывает,
и уже ему ничего не страшно, ни снег, ни ветер, ни сон, то есть все, вот оно фиксируется и держится целый день. Вот возьмите на заметочку те, у кого веки жирные, может быть, вам эти матовые тени как раз будут прям кстати. Далее я очень сомневалась, какой же выбрать продукт, и все-таки лот номер 4 это праймер, праймер под тональную основу. Я думаю, как мы раньше без него жили, ну как? Не представляю, потому что даже бывает выходной, вот просто я там хочу сходить в магазин, да я знаю, что никуда, никто меня не будет видеть, не будет съемок, и я все равно наношу праймер под тональную основу, потому что эффект просто совершенно другой. Так приятно смотреть на себя даже в выходной день, когда ты красотка, когда у тебя красивая ухоженная кожа, и праймер, он позволяет скрыть поры, заматировать кожу, по ней тональная основа ложится просто как по маслу, поэтому я ее обожаю, и мне именно понравилась вот Зивановская, вот эта новенькая. У меня были все праймеры, и даже самый дорогой Novage, но этот у меня занимает первое место, хотя в косметичке лежит Novage почти полтюбика, но я все равно, рука тянется к этому, и я каждый день все равно им пользуюсь. Следующий лот или номер, просто да, не лот, конечно, номер 5. Пятый номер – это палитра маскирующих средств. Она состоит из зеркальца, два цвета – розовый, бежевый и пудра. Пудра я очень мало пользуюсь, в принципе, для меня она как бы практически бесполезная. Но вот эти два чуда, они действительно делают чудо. Из всех корректоров, маскирующих, консилеров, все, что я пробовала в Oriflame – это самая плотная текстура и в то же время легкая, которая не перегружает кожу. И я в него просто влюбилась, потому что это единственное средство, которое перекрывает мои пигментные пятнышки, все там прыщики, все вот синячки под глазами. То есть он справляется на 5 с плюсом. И даже я уже другими теперь не пользуюсь, они у меня просто стоят или лежат в косметичке. И я каждый раз выбираю палитру маскирующих средств. Кстати, коды продуктов будут под видео, и вы сможете заказать что-то, если вам это понравилось или вам это нужно. Шестой номер – это масло чайного дерева. Я бы его, конечно, на первое место поставила. Да, думала долго, но все-таки масло чайного дерева, оно мне помогает реже ходить в аптеку. Честное слово, настолько у него широкий спектр воздействия на вообще на все. Вот. Где его использую? Ну, сейчас несколько примеров приведу. Вот такое вот маслице. Разглядывайте его пока. Первое. Если появился такой щекотун в носу, да, ну, чувствуете, что заболеваете, тут в горлышке что-то свербит, в носу, я тут же беру чайную ложечку, капаю капельку масла, 2-3 капельки воды, пипеточкой смешиваю и капаю в носик по 2 капельки. Горлышко полощу на полстаканчика, даже поменьше, да, третья часть стаканчика теплой воды. Я капаю 5-6 капелек и полощу каждый час. Благодаря этому я уже на протяжении 8 лет не болею. Правда, тут еще wellness. Я просто, да, еще и витамины wellness, считаю, играют огромную роль. Но это быстрое средство, очень мощное, ранозаживляющее и антибактериальное. Очень быстрое средство, чтобы быстро погасить очаг вот, да, какой-нибудь инфекции, воспаления. Потом все порезы, ушибы, ранки. Кто прибегает первый на помощь? Конечно же, масло чайного дерева. Потом прыщики. То есть, если прыщик вылез, мы только сразу маслицем. То есть, везде вот ушибы, синячки, порезы, я не знаю, вот где что-то шелушится, болит, перхоть, например. Можно в шампунь капнуть несколько капелек, помыть волосы, перхоть тоже проходит. Псориаз. Не совсем, да, но некоторым помогает полностью начисто избавиться от псориаза. Поэтому почитайте в интернете, сколько у него полезных свойств, используйте. Далее... Этот у нас будет уже 7-й. 7-й. Это средство для снятия водостойкой косметики с глаз. Вот такая красивая баночка. Видите, у него синий цвет внизу, светлый вверху. Мы вот так вот все смешиваем, наносим на ватный диск получившуюся субстанцию. И
Настолько легко и просто, качественно удаляется макияж, даже очень сложный, когда несколько оттенков теней, стрелки, карандаш внизу, да, по контуру, ресницы густо накрашены. Все снимается легким движением руки. Самое главное, даже можете посмотреть, на канале есть видео, недавно я прям показывала, как я снимаю макияж разными средствами, победил, конечно, средство серии Zevan для снятия водостойкой косметики. Но я снимаю им обычный макияж, не обязательно водостойкий. Поэтому рекомендую. Следующий номер 8. Тра-та-та-дам! Это тушь 5 в 1 XXL. Это новинка, которую я, кстати, в первые дни недооценила. Не то, что мне не понравилось что-то. Мне была немножко непривычна кисточка. Хотя кисточка практически такая же, как и в старой серии туши 5 в 1. Вот, она тоже изогнута, но у нее по краям чуть более длинные вот эти вот реснички снизу. Мне это было немножко непривычно, потому что у меня глаза очень чувствительные, и я как бы даже задевала себе немножко глаза, царапала. Но я в течение недели приспособилась к этой туши. И я могу сейчас с полной уверенностью сказать, что она намного лучше просто чистой 5 в 1 тем, что она гуще, то есть в ней больше как бы вот этого пигмента и больше на кисточку набирается самой массы туши, за счет этого быстрее, легче красить ресницы. И она просто полностью смывает теплой водой, не оставляет следов каких-то разводов. И это мне в ней очень-очень нравится, поэтому я выбираю каждый раз теперь эту тушь. 9 номер. Интересно, угадаете или нет? Наверное, нет, поэтому я вам скажу. Это палитра, тоже корректор для бровей. Сейчас я ее открою, покажу, как она устроена. Такая коробочка, как обычная Zevan. У нее есть потайное дно, да, такой, как сундучок с кисточками. Здесь две кисточки. И сами тени. Та-та-та-там. Смотрите, сверху самый темный оттенок, потом идет светлый, а внизу воск, который закрепляет все волоски, делает их блестящими, такими брови красивыми, ухоженными. Вот это средство лучше всех вообще, что есть для бровей, что я пробовала в жизни. Все карандаши, туши. Что у нас еще было? Напомните. Гели всякие в серии Giordani, все это на самом деле полная ерунда. Только вот этот именно корректор, вот эта палитра, сейчас еще раз я покажу, она полностью справляется с задачей, делает любые брови на любой вкус, прекрасно прокрашивает, стойкость стопроцентная, проверяли всякими способами, прям бурные аплодисменты этому корректору. Кстати, в 15-м каталоге он с большой скидкой. И номер один. Да, я бы сюда поставила бы еще целый десяток продуктов, без которых я не могу жить, но все-таки. Номер один это... Та-дам! Это Novage экологен для глаз с роликом, с металлическим таким шариком, которым я вот так просто прокатываю глазки. И я его оценила по достоинству, потому что мне сейчас 44 года, кто не знал. Я ни разу в жизни, клянусь вам, клянусь чем угодно, я не была у косметологов, никогда не делала даже элементарно массаж лица, да, вот в салоне. Я никогда не делала никаких инъекций, уколов, там, я не знаю, там что-то вносятся, пилинги разные. Я никогда не ходила к косметологам. И я считаю, что вот все разработки Oriflame, они настолько достойные и шикарно справляются именно вот по целевому назначению, то есть уход за кожей. Если говорят, что морщинки, да, вытолкнет изнутри, он это делает, он справляется на 100% своей задачей. Я очень довольна состоянием своей кожи, особенно кожи вокруг глаз, потому что она самая такая хрупкая, тоненькая, она больше всего подвержена возрастным изменениям, что, конечно, очень печально, и так хочется всегда оставаться молодой и красивой. Я вам рекомендую всю серию Novage брать себе по возрасту, брать по желанию, что вы хотите от этой серии. И, к сожалению, у меня всего есть возможность показать вам 10 продуктов, но я вам даю намек, что в этой серии еще есть 5 продуктов. Это очищение, дневной крем, ночной, сыворотка. 4. Это 5. Всего 5 продуктов. Очень крутое средство. Очень.
У меня даже есть история от моей знакомой, моей подруги, которая избавилась от морщинки, которая у нее была тут на переносице, за 2 недели. Она просто говорит: представляешь, 2 недели, у меня эта морщинка ушла. И она просто этот крем сама придумала. Она наносила его густенько на ночь на эту морщинку. И через 2 недели морщина просто исчезла. И теперь она у меня постоянно заказывает всю серию. Ей очень нравится, и мне тоже. Вот, конечно же, я бы еще вам показала весь комплект Wellness, потому что Wellness, ну, все-таки Wellness — это линейка здорового питания, поэтому я не стала о ней говорить в этом видео. Все-таки, да, мы говорим о продуктах таких вот уходовых, но все-таки Wellness — моя любовь, поэтому я не могу о нем не сказать в этом видео, потому что Wellness — это здоровье и красота, которые идут изнутри, а это самое главное, потому что как бы мы ни старались замазать снаружи себя, если внутри у нас идут нарушения, проблемы, то все равно это все вылазит, это даже видно по взгляду, да, по сияющим глазам или отсутствию сияния, по цвету волос, блестят они, не блестят, да, ногти, кожа, насколько оно все классно. Поэтому Wellness изучайте самостоятельно. Итак, повторим. Первое место, то есть 10-е, дезодорант для ног. Румяна в шариках, Giordani. Матовые тени для век, все оттенки обожаю. Праймер для лица под тональную основу. Палитра корректирующих, маскирующих средств. Масло чайного дерева. Эти те продукты, без которых я отказываюсь вообще жить. Это средство для снятия водостойкой косметики. Тушь 5 в одном. Корректор для бровей. Где у нас открывается корректор для бровей. И экологен для глаз. Все, это мои любимчики. Я их все-таки выбрала. Мне интересно ваше мнение, чем из этого вы пользуетесь, что вас заинтересовало. Просто поблагодарите меня под видео в комментариях за то, что я записываю ролики, делюсь своими эмоциями с вами, а мне будет очень приятно получить обратную связь. И подписывайтесь на наш канал. До встречи в новых роликах. Пока-пока!